Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь Богу свое сердце. Ребят, то, что после лоу-кика Маваши обычно не бьют. Это непривычная техника, ее сделать очень сложно. Никто не привык к этому. А вы делаете. Доведем до совершенства. Красавчик. Еще разок правой ножки, еще разок. Слушай. Раз. Связочка. Лоу-кик. Дарина бьет. Раз. Опа. Сейчас ей нужно сделать маваши. Если он слишком близко поставит ее, она твердая. А она сделает, допустим, голенью пальцами сюда. То есть она может их травмировать. Это к тому, что вот линия атаки. Линия атаки. Здесь ей, чтобы попасть, она может немножко уйти с линии в ту сторону. Раз. И здесь делать. Она четко попадает. Встань назад. Вот сюда же, вот сюда встань. Здесь попадаешь, давай бей. То есть здесь нагрузочка уже на пальцы. Поняла смысл? Уникальная техника, как бы опыт, он требует перемещения влево-вправо от того, как ты сделаете. Поняли? Поняла, почему больно? Объяснил, потому что ты подошла, спросила. Не сказала бы, я бы не смог объяснить. Смысл уловили? Да. То есть немножко смещаетесь с линии атаки, уже другой результат будет. Уже вы не пальцами бьете, а другим местом. Удар, хорошо прилетевший в голову, когда он прилетает хайсоку, это very good, это здорово, это 5 баллов, 6 шаров, это как вот он пролетает, как фанера над Парижем. Пальцами прилетает. Не всегда хорошо. Есть люди, которые вот ножку тянут таким образом. Али, дай ножку. То есть кто-то вот так вот сделает ножку, вот таким вот образом. А есть те, которые пальцы вот так вот, раз вообще. То есть как балерина, знаете, у них изгибается. И вот этим местом он сандаливает, вот этим, вот это жестко будет. Но, как правило, это позже приходит эта штука, да? То есть надо бить хайсоку, вот оно это место, раз, хайсоку. Чуть-чуть сюда попадете, это травма. Можно кончиком вот этой вот, кончиком хайсоку, то есть вот где пальчики согнулись, вот этим местом сандалить. Это тоже жестко будет. И смотрите, до противника бьете обычным местом, раз. Сбоку, если посмотреть. Отступаем. Еще 5 сантиметров. То есть удар длиннее на 5 сантиметров будет на дистанции. Но пальцы нужно сюда вот сгибать. Макота? Твоя задача? Долбишь 4 удара. Долбишь куда? На уровне, смотри. Вот у тебя идет живот, ребра. 1, 2, 3, 4. Вот в это место сюда и долбишь. Макота? Грудь не надо долбить. Сюда вот долбишь 4 удара на этой высоте, то есть это тебе сюда будет. После этого сразу же лоу-кик, после последнего удара 4-го сразу же лоу-кик улетать должен туда. Потом снова 4 удара, левый лоу-кик, каджимы. Дистанция ручками, дистанция, она прямая практически. Да. И последний.
Руки бьешь сразу же над коленом. Над коленом, сразу же над коленом. Над коленом сразу. Пошли, пошли, пошли. Твои лапки. Вот у нее лапки, действительно, то есть она тренировалась краснейшие. Вот, вот это лапки. Ребят, все, о чем я говорил, вот эти жестокие вещи, как бы, да, то есть при... После лоу-кика сразу сандалием в голову так, чтобы человек и падал, и головой еще бился от татами и терял сознание. Только для того, чтобы защитить себя. Только чтобы победить на татами. Я не хочу, чтобы вы это делали там на улице, когда в футбол играете, да, Егор? И такое прочее. Макота? Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.